у меня нет принципов. Знаете, принципы заменяют людям мозги. Нет, конечно, у человека должны быть идеалы, но идеалы — это не принципы, это все-таки разные вещи. Вот если ты чем-то занимаешься не механистически, а с самоотдачей, и ты делаешь это, и ты понимаешь, что ты создаешь что-то прекрасное, и ты хочешь совершенствоваться, и ты хочешь расти, если я этим занимаюсь много часов в день, вот это, наверное, и есть духовный рост. Очень многие люди вокруг меня, к сожалению, так и думают, так и думали всегда, что я какой-то особенный, отделенный, я какой-то такой замечательно звездный, и как бы такой вот этот флёр, такое отношение такого какого-то дистанцированного, он мне всегда очень не нравился, поэтому я всегда себя противопоставлял этому и своим поведением показывал, что я такой же, как все, я не требую ничего особенного. И я действительно искренне это делал. Так сложно теперь судить о своей жизни, прожитой, потому что я не вижу никаких вариантов, понимаете? Кстати, вот сейчас на экзамене по английскому меня спросила экзаменатор, какую бы профессию вы выбрали, если бы вы не были музыкантом? И я понимаю, что я не могу ответить на это, я не знаю просто, потому что у меня вся жизнь была с музыкой, с самого раннего детства, я просто не знаю, понимаете? И я счастлив, то, как повернулась моя жизнь, это прекрасно, по-моему. Мне интересно вникать в образ мысли других людей, которые не связаны с классической музыкой и вообще существуют как-то в изолированном пространстве от этого. Мне интересно вникать в их образ мысли. Они совсем, они понимают вещи иначе, с другого вообще бока просто в жизни. Как бы это как эксперимент такой тоже интересный. Как я вижу этот мир и как видят его все остальные. И вот сравнивать и изумляться бесконечно.